Вот что единственное хотелось добавить словам Марата Салиховича. Может показаться, что Удальцов далеко, что все вот эти кровожадные шизофреники, которые Пономарев, Удальцов, находятся в Москве. Нет, не все так просто. Если открыть YouTube, совершенно спокойно можно услышать песни, которые распевают местные навальнисты. Это Хижняк, тот же Мандригеля, которые просто в этой своей песне прямо говорят, что мы будем расстреливать всех, кто против нас. Путина расстреляем, всех жителей расстреляем, кто против нас. И очень открыто это пели, ничего не прятали, в YouTube выложили. То есть не надо думать, что это где-то далеко. Это недалеко, это рядом с нами. И люди, которые мило на нас смотрят, мило здесь улыбаются нам, тычут нам в лицо свои камеры, говорят, что мы обманываем, что никаких денег они не получали. Это все вранье. Получали. И уже документально доказано, что получали. И именно от Запада. И то, что там написано, цель создания нового общества. Какого нового общества? Которое требуется Западу. Где мы с вами и вообще вся Россия не рассматривается вообще как субъект. Это наоборот. Дают деньги на то, чтобы развалить Россию. И эти люди мило нам в лицо смотрят и говорят: а мы оппозиционеры, мы против коррупции. Ну, спрашиваем же у них, как вы против коррупции, кого вы разоблачили? Никого. Называются фамилии, которые и так уже арестованы. И арестованы совсем не по наводке, так сказать, оппозиции. А вот когда за саму оппозицию взялись, когда Сколково проверили и выяснилось, что тот же Пономарев 750 тысяч долларов получил ни за что, и возник вопрос, а за что ж тебе эти деньги дали в Сколково? Верни. Он начинает из себя строить непонимающего человека. Типа, я все сделал, моя задача была ездить по странам. Ну что ж ты тогда брал такие деньги, ездил бы за свой счет. И вот теперь, когда эти деньги им перекрыли, когда больше не дают им просто так воровать, они стали кричать на всех других: вы все воры, воры, воры. Но есть старая мудрая поговорка: кто громче всех кричит «держи вора», тот и вор. Кто у нас больше всех здесь кричал «держи вора»? Вот, воровка. Вот, пожалуй, вот она стоит, улыбается скромно. Такая застенчивая воровка, которая украла деньги. А когда ей не дали воровать больше, она обиделась и стала ходить за нами, тыкать в лицо свою камеру и кричать: да вы все врете, вы все врете. Мы не врем никогда. Если выявлены документы на 5,5 миллионов долларов США, которые пришли сюда по банковским переводам, они пришли. И сказать нечего. И они из Америки, из этого агентства, которое против России работает. Тут ничего уже не добавить, не убавить. Каких надо судить? Если вот здесь, если помните, вот этот как деятель машину постоянно ставил. Ну, конечно. Ага. Стали проверять. Фамилия Чириков находится в списках, кто состоит на учете с диагнозом шизофрения, психопатия широкого круга. Я не знаю, тот или не тот. Ну уж больно похож. Уж больно похож. Вот сейчас как он водительское удостоверение получил, будут проверять. Да, о, правильно. Потому что с такими диагнозами водить машину нельзя. А есть еще круче. Вот мы говорим, администрация края никак тебя не проявляет, что ничем она не это самое. А зачем же далеко ходить? Начальник управления по работе с общественными организациями, некая Рубашкина, выходец из какой структуры? Все, никто не знает. Именно из той структуры, которой руководил небезызвестный Савва, который получал деньги с Запада. И она там работала, училась, набиралась опыта, а потом ее поставили руководить работой общественных организаций и СМИ. Вот скажите мне, чему может научить людей человек, который получал деньги на развал России, а теперь сидящий в администрации края? Вот просто мне кто-нибудь может сказать, что она перековалась и стала честным человеком, патриотом? Никогда не может быть.
Это уже другой вопрос. А он понабрали молодых, стоит, улыбается. Работать надо. Он а стоит. Работать им негде, потому как им только гранты дают. Но это еще не все. Мы если вспомним, кто подбирал и работал с милицией, с Министерством внутренних дел, выяснится, что работал Савва, который получал деньги с Запада. И он руководил этим общественным советом при ГУВД края. Так вот возникает вопрос, а не получала ли ГУВД края оттуда денежки? Уж в чьем лице и как? Нет, просто помните, как вы просили полицию приехать сюда и заснять эту машину с провокационными лозунгами. Час с лишним приехать не могли. Вот пускай мне кто-нибудь скажет, какая связь, есть она здесь или нету. Или, может быть, вы не помните, как мы обращались к полиции, они нам спинами поворачивались. И все. То есть они вообще не обращали внимания на то, что оскорбляли президента Российской Федерации. Им как-то все равно. Так вот, тогда и возникает такой вопрос. Если вами руководил, одним из руководителей, по крайней мере, был, можно сказать прямо, изменник Родины, получающий деньги с Запада, вы получали от него подарки, благодарственные письма. Ложь, что Савва получал деньги с Запада, да никогда это не было ложью. Да. Вот видите, даже здесь они сидят. Сказать человеку. Поэтому есть только один факт, и этот факт правильный. Пришел. И он вскрыт Федеральной службой безопасности, которой прямо сказано, что Савва брал деньги с Запада. И при этом он своих выходцев, своих учеников внедрял как в администрацию края, так и в ГУВД края. И вот он этот результат. Берем СМИ, о деятельности Путина практически ничего не пишут. Берем МВД, они... Кущевку просмотрели, Анапу просмотрели, там трупы десятками выкапывают по лесополосам. Все просмотрели. Ой, что там говорить? О чем здесь говорить? Это говорит только об одном. Им там, чем хуже, тем лучше. Ждут чего-то. Развала России. Россия не развалится. Пускай не ждут.